поздравляю тебя. Я поздравляю тебя и твоего ненастоящего ребенка. А это не настоящий ребенок, я докажу это, сделав так. Видите, это не настоящий ребенок, это кукла. Очень тихий. Антон, я объясню, в чем дело. Дело в том, что Ольга, ты знаешь, ну, произошла ситуация, мы поздравляем, конечно, Олю, но ситуация очень неприятная ситуация. Дело в том, что Ольга случайно родила ребенка в Америке. Да ты что? Угу. Она прям... туда уехала, там 3 месяца просидела. Вот, и еще просидит 3 месяца, очевидно. Но пока не снизит российская авиакомпания тарифы, это надолго. До весны. Вот, и поэтому Ольга против ее воли, но такие идиотские законы в Америке, в общем, ее дочь стала гражданкой США. А я думаю, это не против ее, не просто против ее, ее заставили. Ее заставили принять. Ну-ка, да, вот кушетка, давайте. Вот кушетка, вот гражданство. Давай. Ждем. Значит, друзья, давайте сделаем так. Пока Ольга нашей российской грудью кормит гражданина Соединенных Штатов Америки, там, за океаном, скоро Ольга, я уверен, приедет, и мы ждем, чтобы муза скорее выросла. И несмотря на то, что муза, первое слово, которое скажет, будет, очевидно, маза. Маза музы? Маза музы, Ольга. Маза музы теперь? Да, по-английски, да. И все равно муза станет, 18 лет ей исполнится, и она скажет, не нужно мне ваше американское гражданство. И порвет и выбросит. Да, Антон. Мы сейчас будем рассказывать про способы, которыми можно улучшить свою жизнь, как жизнь молодого родителя, помогая себе воспитывать подрастающее поколение россиян. И сегодня будем показывать разные гаджеты, которых точно, Ольга, в Америке ты не увидишь. Ни за что. Антон, первый гаджет. Ну смотри, первый гаджет, прежде всего, что, от чего страдают больше всего молодые родители? От недосыпа. Недосып. Недосып. И специальные очки для тех, кому не хватает сна. Потрясающе. Антон, я видел фильм «Робот-полицейский», сейчас выходит на экраны. Антон. Какие омерзительные у тебя глаза. Я, по-моему, стал даже хуже слышать. А что? Подожди. Ты знаешь, смотри, в чем смысл? Пока наденешь, я тебе расскажу. Ультрафиолет. Ты тоже, да, меня не слышишь? Иван! Иван! У меня играет сейчас Daft Punk. Around the world, around the world. Так. Значит, в чем принцип действия этих очков? Да. Ультрафиолет, который светит в глаза, он обманывает твой организм. Организм думает, что вокруг яркий солнечный день. И ты просыпаешься. Ты просыпаешься. Даже если мало спал. Конечно, да. Но у тебя организм, пока ты в очках, так выматывается, что снял очки и тут же отрубаешься. Ребят, значит, эти очки идеальны для всех людей, которым нельзя спать, а спать хочется. Да. Первая очередь. Это молодые родители. Молодые родители, прежде всего. Вторая очередь. Студенты. Студенты. Давайте я скажу, даже молодые родители, студенты, кто еще? Ведущие утренних программ. Борис Щербаков. Здравствуйте, я Борис Щербаков, я не спал 6 лет. Вот, пожалуйста, очки. Депутаты тоже ведь депутаты работа такая, знаешь? Нет, нет, Алексей Григорьев, который охотится на лося. Андрей Григорьев. Андрей Григорьев Аполлонов. гости программы «Познер». Ведущие программы «Познер». Зрители программы «Познер». Им нельзя спать, хочется, но нельзя. Иван, снимай очки. Все, да. Снимай, да. Так, теперь я бы хотел тебе предложить пройти сюда. Проходи, Антон, не бойся. Антон, что да. это за... Это специально. Что ну, это за мавзолей 21 века? Самое главное, что для ребенка, для родителей, укачать ребенка, чтобы... Или, если не укачать, просто он сидит и ничего тебе не говорит. Так. Сейчас, значит, Антон, помоги давай, мне, пожалуйста. Давай попросим. Обезребенница. Антон, как зовут твоего ненастоящего ребенка? Сейчас, секундочку. Это Стас. Стас. Антон, давай. Стас Камолов. Держи его за голову. Или, или у него фамилия... Он бесфамильный. Стас бесфамильный. Угу. Да, вот, у него фамилия отца. Стас Михайлов. Так. Так. Короче, вот так Стас. Вот. Да, можно очень не пристегивать. Не пристегивать, потому что что Стасу будет, если все равно... Да, так говорится. Да? Вот так, все. Стас, итак... Стас, видишь, не спит. Что мы делать, включаем, чтобы Стас заснул? Несколько режимов, так. которые ты можешь включить. Вот, например, режим, который называется «Укачивание как на дереве». Вот режим, который называется «Автомобильная прогулка». Обрати внимание, это автомобильная прогулка на дереве сейчас. А вот так вот, смотри, это уже Lamborghini. А есть режим «Нервная мать»? Нервная, а есть режим «Нервная пьющая мать» с утра? Мне больше всего нравится режим, который называется «Кенгуру». Ну-ка. Найди 10 отличий. А, кенгуру. Это, знаешь, это вот когда вот качает Jay-Z. Немножко Jay-Z стайл, я это называю. Да, очень тут хорошо. Можно включить музыку, можно включить звук, и чтобы ребенку укачивать. Здесь есть музыка и звук, и да, все. Да, конечно. Скажи мне, можем ли мы оставить Стаса сейчас здесь и конечно. Показать еще одно приспособление? Главное, чтобы он не вывалился из кровати. Антон, подожди, да, конечно, да. Антон, Стас, ну ты даешь. Давай покажем, как мы, молодые отцы, гуляем с детьми. Антон, лови Стаса, на. Да, хоп, молодец, да, прекрасно. Антон. Так, Иван, и, наконец... Для того, чтобы уложить ребенка спать уже непосредственно подожди, на ночь. Давай, вот здесь, Стас, вот здесь. Да что церемониться? Ну, подожди, все, хорошо, так.
чтобы уложить ребенка ночью спать, да. Ну, непосредственно уже, ведь многие поют колыбельную. И а многие не умеют петь. И дети вырастают с плохим музыкальным вкусом. Во-первых, не умеют петь, а во-вторых, ну просто устаешь петь, но сам хочешь спать, засыпаешь от своих песен. И вот такой вот ночник, тут есть лампочка, у нас яркий свет, мы не увидим лампочку, но поверь на слово, да. Небольшой свет, и можно записать любую песню для своего ребенка. Ну-ка. Можно подключить MP3. Он приходит на порог, крепко-крепко спит. Антон, засыпаешь? Чуть-чуть, да. Ну давай. Смотрите, Антон засыпает. Друзья, засыпают все. Посмотрите на наших зрителей. Они все спят, вы видите? Укладываются спать. Посмотрите, засыпают наши операторы. Покажите операторов. Вот, видите? Операторы спят со зрителями. Наши операторы спят с нашими зрителями, да. Это секрет Первого канала. И не спят только те люди, которые работают в ФСБ, потому что они охраняют нас. Да, Саш? Я передам кому надо. Спасибо огромное. Друзья, на этом все на сегодня. До свидания. Спокойной ночи. Набирайте сил. Завтра Юлия Меньшова и Брейнсторм. До завтра.